Привет, друзья! Сегодня на обзоре крайне полезный продукт. Автомобильный джамп-стартер 4 в 1. И кроме своей основной функции запуска севших аккумуляторов, он включает в себя функционал беспроводного компрессора, огромного пауэрбанка на 24 тысячи мАч и достаточно мощного фонарика. Но давайте обо всем по порядку. Итак, поставляется гаджет в компактном кейсе, который при желании помещается в одной руке и не будет занимать много места в багажнике. Внутри чехол разделен на две составляющих. В одной находится сам прибор, а в другой весь необходимый комплект. В него входит кабель для зарядки типа USB-C, инструкции по эксплуатации, выносной кабель с гнездом для питания автомобильных розеток, грубо говоря, внешний вход прикуривателя, ну и самое главное, комплект крабов для запуска автомобиля. Да, чуть не забыл, в комплекте есть также набор различных насадок. Их можно использовать, например, для того, чтобы накачать футбольный мяч дома, в автомобиле или где угодно. Да и не только, накачивайте все что угодно, матрасы, любую надувную технику, проблем никаких. Мы отдел подключили, никаких проводов, ничего, но свой аккумулятор работает. И он сразу определил давление 1,95. Уже включился охладитель, грубо говоря. Здесь мы можем выставить необходимое давление, которое нам необходимо. Например, мы это сделаем 2,1 поставим. И включаем, чтобы он начал качать. 2,1 накачано, проблем никаких. Он перестал, то есть он запомнил это показание. Теперь мы просто его выключаем. И все, охлаждение тоже выключилось. Внешний вид устройства простой, но функциональный. Переносить гаджет можно за ручку, приделанную к корпусу. На передней части два информативных дисплея. Один показывает уровень зарядки и силу выдаваемого тока, второй относится к компрессору. И настраивается с помощью рядом располагаемых кнопок. С помощью них вы можете выставить необходимое давление для компрессора, по достижению которого устройство выключится самостоятельно. Красная клавиша включает само устройство, и пауэрбанк, и фонарик, но не компрессор. Он в свою очередь управляется отдельным тумблером, находящимся немного ниже. На верхнем торце устройства интерфейсы подключения. Они включают в себя не только место для его зарядки, но и два входа USB 2.0 и 3.0. Поэтому в случае необходимости вы всегда можете зарядить свое устройство на природе или вдали от дома. На другом торце за пластиковым покрытием спрятан фонарик. Управляется он той самой красной кнопкой, про которую я только что сказал. Мощность 5 Вт. Ее вполне достаточно для того, чтобы осветить все, что вам нужно при обслуживании автомобиля или, например, на отдыхе на природе. Теперь немного о характеристиках. Пиковый ток составляет 2000 ампер и вполне подойдет для бензинового движка объемом до 8 литров и дизельного до 6,5. Также вы можете запускать не только ваши севшие аккумуляторы на седанах B-класса, но и оживить внедорожники, пикапы, грузовики, мотоциклы, а также лодки, снегоходы и даже газоны-косилки. В общем, мощности и функционала более чем достаточно. Но в плане комплектных проводов и насадок есть одно но. Сейчас расскажу. Но есть один и недостаток. Например, нам нужно накачать колесо электросамоката. Оно утоплено в диск. Здесь быстро зажимное такое крепление, которое удобное. Да, его не нужно накручивать, но его не получается сюда нормально надеть. Он просто не определяет давление и врубается, потому что не хочет накачивать. И в данном случае спасает только вот такой вариант старого образца, который нужно накручивать. И вот про это компании U-Trace стоит задуматься. Кроме того, меня расстроил момент отсутствия в комплекте обычного провода для зарядки из розетки. Ну, прям такого полноценного блока. В некоторых других джамп-стартерах такие провода бывают. То есть мне бы не приходилось искать вилку, а тут придется немного заморочиться. Как-то так. Ну, собственно, про комплектацию рассказал, функционал протестировали, единственное, что автомобили не прикурили. На дворе лето, искать севшие аккумуляторы достаточно проблематично. Но я могу с полной уверенностью сказать, что никаких проблем ожидать не стоит. Все работает исправно, корректно и как заявлено производителем. В целом считаю данный гаджет очень полезной штукой, которая должна быть у каждого водителя. Выручит не раз однозначно. Ссылку на проверенных продавцов я, конечно, оставлю в описании. Ну а выбор за вами, стоит его покупать или нет.